Всем привет! С вами снова Александр Мордынский. Очередная распаковка интересных и не очень товаров на моем канале. Сегодня у нас распаковка Manfrotto Pixi. То есть такой прекраснейший триподик. Скажем так, штативчик маленький, портативненький. Зачем он мне нужен? Затем, что мой НДР уже вшатался в хламину, совершенно не держит ни уровень, во-первых. Во-вторых, я сейчас все чаще и чаще записываю на фронталку ноута, потому что он всегда со мной. И пользуюсь вот этим триподом от Xiaomi. То есть он как бы неплох, но он, во-первых, весь шатается, весь лебезный. То есть вот эти вот ножки, даже когда его ставишь на стол, камера пытается стабилизатор использовать, потому что ощущает вибрации и шатания. Ну и сама конструкция не очень. А к этой штуке у меня еще едут пара крепежек для установки смартфона, и можно будет совершенно спокойно пользоваться телефончиком. То есть стоит он 1990 рублей по текущему курсу. Покупал я его в ДНСе, в Технопоинте. Доставили за неделю, но, конечно, вот коробка вся вшатанная в хлам. Ну, в принципе, мы как бы сюда не коробку смотреть пришли, поэтому нам совершенно без разницы. И я давно на него смотрел, на самом деле, потому что его рекламировали практически все. То есть его и розетки, и кедры, и кадры, и у всех, по-моему, он на свете есть. Такое чувство, что там внутри что-то есть. Но с этого мы, собственно, и начнем. Так, реклама продуктов, освещение, сумка, все дела. Сама эта штука, судя по всему, 2014 года выпуска. Ну да, Саню подъебали, так скажем, впервые. Просто картонка обыкновенная. Вот это да. Так вот, я еще планировал на Canon взять 10-18 и на нем поснимать, потому что все-таки носить Canon со здоровым штативом — это такое себе удовольствие. А тут ты взял такой мелкий штативчик, его поставил на стол, и любовь с первого взгляда произошла, потому что качество офигительное. Почему именно белый? Многие скажут, белый днище, как Евгений Харченко. Потому что белый будет мараться, он будет пачкаться и тому подобное. Мне просто захотелось белый. Итак, у нас присутствует здесь, во-первых, шаровая голова. Во-вторых, с логотипом кнопка. Кнопку вот так нажимаете, и у вас может регулироваться вот этот вот шар. Отпускаете, и он зафиксирован просто намертво. То есть сдвинуть его уже фактически не получится. Очень удобно, можно поставить сюда и зеркалку, и все такое. Ножки, конечно, можно одну за другую вмять. Краска порошковая, на ощупь как матовый iPhone, то есть как матовые устройства такие с якобы soft-touch промазкой. На одной ножке, к счастью, только надпись Manfrotto, я переживал, что будет на всех. Ну и стандартная резьба на джек, обыкновенная резьба, прорезиненная площадочка, очень качественная, и ножки прорезиненные. То есть, здесь тоже как бы ножки прорезиненные, ну смотрите, ну как, ой, флешки полетели. Вот смотрите, допустим, я ставлю Samsung свой, снимать видосики. И вот в таком состоянии, как бы, даже если ты на одно деление выдвинешь, то уже вот эта вот вся конструкция выглядит следующим образом. Поставлю Samsung, так и быть. То есть, как бы чуть-чуть потряс стол, все, весь Samsung вот так вот ходуном ходит. Или же здесь эта штука, сравнимая по габаритам, встанет у меня вот так. И будет совершенно надежным образом стоять на столе, без каких-либо вот таких вот укачивающих движений. Плюс я ее такой беру, вот так камеру на себя направляю и иду записываю в ложек. То есть фактически здесь можно еще как упор для пальца предусмотреть. Давайте перецепим Canon, да, немножечко пройдемся. Сначала я его возьму в руки, как это делают многие влогеры. Включим стабилизатор. Включен стабилизатор. То есть вот. Значит, смотрите, сейчас он у меня в руках. Сейчас он у меня просто в одной руке. Вторая рука у меня свободна. И держать его за ручку не очень удобно, потому что он сильно отдавливает палец. Ну, реально, просто берет и отдавливает палец.
А сейчас я его посадил на штативчик Manfrotto Pixie. И, в принципе, эту штуку держать уже гораздо удобнее правой рукой. И при насадке фотоаппарата, телефона или чего-либо на центр оси, то есть у вас получается меньше тряска, чем, допустим, вот... Ну, сейчас я иду, и у меня его только влево-вправо растряхивает. А если я его вот возьму в одну руку, то одной рукой-то как бы он при каждом шаге будет перевешиваться, и будет больше тряска. Даже просто вот сейчас я в левую руку в ту же возьму. В любом случае, фотоаппарат ты с собой не потаскаешь, потому что это охрененно толстая штука, охрененно тяжелая, практически 1,5-2 килограмма одна тушка, плюс штативчик, несмотря на то, что он легкий. Но, опять-таки, огроменный плюс вот этой всей сборки заключается в том, что я могу сделать следующее. Я вот раздвигаю ножки этой штучки, ставлю камеру сюда, вот так вот поставил, и все, я могу сидеть, и за столом совершенно спокойно у меня снимается влог. Конечно, вид снизу вверх не очень, так скажем, но если у вас объектив ширик, никто даже не заметит, что у вас камера стоит на столе. С вами был Александр Мордынский и штативчик Manfrotto Pixie. Мне очень нравится, есть еще следующее поколение Manfrotto Pixie, у него выдвигающиеся ножки. Но стоит он, к сожалению, в 2 раза дороже. Оплатить там 3000 рублей за такой маленький штативчик я не готов. С учетом того, что я заплатил за него не 1990 рублей, а 1100 рублей. Остальные я погасил бонусами. Удобная бонусная система у Донеса. Все ссылки в описании. С вами был Александр Мордынский. Такую штуку, конечно, вы можете купить и на Алиэкспрессе, и купить ее копию, и все, что хотите. Но, по-моему, лучше не экономить, потому что 20 баксов за хороший качественный штатив от самого жирного производителя штативов, рюкзаков там и чего-то тому подобного, это недорого. Всем удачи и пока.